Персоналу краевой психиатрической больницы из-за пожара площадью всего в половину квадратного метра пришлось эвакуировать целое отделение. Запах горелого врачи почувствовали после обеда. Дым быстро заполнил коридоры и палаты с больными. Вызвав пожарную охрану, администрация больницы занялась эвакуацией подопечных. Вывести из задымленной зоны пришлось 43 человека. Мужчин, находящихся на стационарном лечении, в отделении с несчастливым номером 13. Чтобы больные не замерзли на улице и не разбрелись по территории всего учреждения, их временно решили переселить в другое отделение, расположенное в соседнем крыле. Туда дым не дошел. Свежий воздух остался и в палатах, где содержатся несовершеннолетние пациенты. Источник зловония тоже сумел найти персонал. Гарью тянуло из ванной комнаты. Правда, что именно воспламенилось, разобрать было невозможно из-за плотной пелены. С этой задачей всего за несколько минут справились пожарные. Оказалось, что к появлению огня никто из пациентов психлечебницы не имеет отношения. Замкнул светильник, начала гореть проводка. Ликвидировать возгорание удалось одной короткой водной атакой. Вслед за караулами к работе приступил дежурный электрик. Необходимо было заменить провода и поставить исправную лампу. В ликвидации последствий небольшого ЧП приняли участие и медработники. Помещение проветрили, пропахшее дымом постельное белье в палатах заменили. Уже через час пациенты смогли вернуться в свои комнаты. Пострадавших и сбежавших в результате инцидента нет. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.